Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом свеженьким. Называется lotspot.ru. Так вот. Называется, значит, платежные здесь реквизиты, регистрация простая, логин, email, пароль. Разгадываем капчу, попадаем в профиль. Здесь у нас техподдержка, электронный адрес, куда можно обратиться в случае чего. Ну, здесь пользователю, рекламодателю, рифоводу сами прочтете. Я же зайду в профиль. Так вот он, все простенько у нас здесь выглядит. Здесь наши данные, пароль, если что, поменять. Значит, здесь платежные реквизиты. Здесь нам рекомендуется прописать все платежки во избежание, если злоумышленники захотят увести денежки. Так? Ну, прочтете. Значит, что у нас здесь? Основной баланс. Минимальный вывод отсюда 1 рубль. Это у нас рекламный баланс. Можно рекламировать, как и в любом другом буксе, свою рекламку. Здесь рекламка недорогая, и кто рекламит в буксах, как я, то это очень хорошо. Ну, естественно, серфинг сайта у нас. Здесь все 5-минутки. Значит, нажимаем вот на глазок. Нас перебрасывает на страничку. Так, можно возвратиться, когда вот так. И капча. Так, 308. Просмотр засчитан. Значит, здесь вкладочка далее. Добавить сайт. Значит, сюда ссылочку для рекламодателей. Текст. Ссылки, название, значит, режим просмотра обычный с таймером, значит, время просмотра у нас 5 секунд, 10, и так, значит, если вот с таймером 2 копейки, это значит 1000 просмотров, 20 рублей. Я считаю, это недорого. И даже обычный переход, так, я смотрела, была по 3 рубля, ну ладно. А, это от секунд зависит. Если 10 секунд я ставила, уже я тут для себя смотрела, это уже 3 копейки, 30 рублей, тоже неплохо. Так, переходы в сутки, количество сколько. Здесь частота переходов, тоже хорошо. Так, ну и стоимость, нажимаем сохранить, и там далее пополняем по схеме. Здесь будут мои сайты. Значит, мои рефералы, вкладочка, находится партнерская ссылочка. Так, ну и профиль. Ну, далее выход. Ну, вот, в принципе, это и все. Кому интересно, пользуемся. Вывод, естественно, буду проверять, сделать видеообзор. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.